Ну какой же он милашка. Посмотрите, как далеко будут выпирать колеса. А вы знали, что можно зарабатывать тысячи долларов в месяц, просто продавая травяной чай? Присоединяйтесь ко мне, финансовый приветствую на канале. Как видите, Макс сегодня выглядит еще более круто. У нас и гусеница, и крыша. И если заглянуть внутрь, тут такое уютное укрытие. Пахнет он, как новый автомобиль, только что купленный в салоне. И там очень тепло, жар от мотора прогревает эту часть. А крыша спасает от дождя. Он просто идеален для зимней рыбалки. Я поставил 8-сантиметровый спейсер, и теперь тут стенд на гусеницах. Было довольно сложно выпустить из них весь воздух, чтобы одеть эту ленту, но теперь тут все натянуто как надо. Настоящий танк. Для тех, кто не смотрел последнее видео, тут бьет природный ключ. Глубина 10-12 метров. И хоть и кажется, что там растет трава и есть земля, когда наступаешь, все вокруг тебя начинает ходить ходуном, как океан волноваться. Короче, обычно тут все тонет. Ну что ты там делаешь, а? Какая красивая собака. Не могу застрять. Когда я его купил, я думал, по бездорожью он так себе поедет. Но на гусеничной ленте, вот квадрик там, ну никак не мог проехать, и я впечатлен.
Ты это сняла?